Всех приветствую, друзья. Давайте, наверное, представлюсь, кто меня еще не знает. Зовут меня Валера. Я занимаюсь я волейболом больше 16 лет. Но это не точно. Поэтому, да, какой-то опыт в этой суете всей волейбольной у меня, к сожалению, есть за столь такое длительное время. Поэтому сегодня хочу разобрать тему подбора мяча. А именно, если вы, да, начинающий волейболист, новичок, есть желание играть, и задумались о приобретении мяча. Какой мяч купить? К сожалению, да, если вот брать те же самые микасовские мячи, оригинальные, которые там стоят и по 6, и по 7 тысяч, и по 8, вы студент, где-то учитесь в школе, в принципе, столь такая большая сумма вам не будет, к сожалению, по карману. Поэтому надо искать какие-то более бюджетные варианты, более-менее качественные. Смотрите, друзья, есть у меня такая интересная моделька V300W. В принципе, да, как вы уже заметили, вот этот идет более желтого цвета, он идет оригинальный вариант, а вот этот вот китайский, так называемый, да, как люди любят говорить, попаль китайская. Заказывал я его на Алиэкспресс. Смотрите, если даже, в принципе, сравнивать с оригиналом, к оригиналу, да, как-то руки больше прилипают как-то тактильно, да, нежели чем китайскому. Ну, видимо, все равно зависит из-за материала, из-за вот этой вот пупырчатой основы, которая идет, и так далее, вот из этих углублений именно. Поэтому, да, в тактильности, разумеется, оригинал выиграет вот этот вот китайский мяч. Смотрите, в плане цены, оригинальный мяч вот этот стоит в 6 раз дороже вот этого китайского мяча. Вот это поворот! Так-то да, весомо, согласитесь. Даже вот, смотрите, взять в плане соска, вот этот сосок на оригинальном мяче, он более-менее углублен, нежели этот сосок идет, который на китайском, он идет вровень уже с панелью. Ну, тоже такое себе, ну, все же. В плане панели, да, в плане панели, не знаю, мне кажется, все проклеено идеально, никаких косяков я, в принципе, не нашел у китайского мяча, чтобы как-то, да, там, панель криво приклеена была, где-то клей торчал. В принципе, за свои деньги этот мяч стоит того, чтобы его купить. Еще раз хочу сказать, в принципе, если вы только начинающий волейболист, любитель, есть желание играть, в принципе, для вас вот этот вот мяч китайского, так сказать, происхождения просто будет бомба, пушка. Идеальный вариант, чтобы не покупать вот этот оригинал за столь такую большую сумму. Оставлю, разумеется, ссылку на этот китайский мяч, где я покупал. Доставка там какие-то буквально, не знаю, 2 недели, даже меньше. Все супер. Переходите, смотрите, заказывайте. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.